вы пройдите по его живописным улочкам, увидеть воочию эльфию башню и вдохнуть аромат свежеиспеченных круассанов. Сегодня нам с вами предоставляется уникальная возможность окунуться в атмосферу очаровательной французской столицы. И в этом нам поможет аккордеон, инструмент, с которым связан большой отрезок русской культуры. Инструмент, имеющий свою историю и обладающий богатой палитрой тембров. Встречайте дуэт аккордеонистов Будзинского Никиту и Жабкина Сергея. Жиров под небом Парижа. Преподаватель Маслова Наталья Владимировна.